Снова всех приветствую на территории свободы. Сейчас гость моей студии, исполняющий обязанности председателя платформы «Да», Дина Плангау. Добрый вечер, господин Плангау. Добрый вечер. Рада приветствовать вас в своей студии. Вы у меня впервые. Вы понимаете, что основным первым, так сказать, горячим поводом вас пригласить было, это, скажем так, разные реакции ваша и экс-председателя платформы «Да» Андрея Анастасия на одну ситуацию, случившуюся в муниципальном совете. Давайте с этого начнем, потому что будут потом другие вопросы политические по ситуации в стране. Вы написали, вы потребовали, да, чтобы из партии исключили двух муниципальных советников, отвечающих за земельные дела в Кишиневе, после голосования за выделение участка перед УНИКом. Андрей Анастасий и другие муниципальные советники вышли на пресс-конференцию, на брифинг и сказали, что на самом деле они просто выполнили решение суда, и он как юрист вполне себе отдает отчет, что будет происходить, если это решение не будет принято, и что не было там ничего такого страшного. Но вы все равно настаиваете, насколько я понимаю, на этом исключении? Или будет? У нас было собрание политического бюро. Конечно, есть очень много вопросов по того, как работают наши муниципальные советники от платформы «Достоинство и правда». Я, конечно, как исполняющий обязанности председателя, вижу критики со стороны и гражданского общества, и некоторых кишиневцев. И, конечно, мы обсудили этот вопрос с муниципальными советниками, с политическом бюро, и, как я написал и публично, посчитал, что нужно собрать национальный консилиум, обсудить все эти вопросы, не только с технической точки зрения, но и с политической точки зрения, и чтобы мы приняли вопросы или решение на все эти вопросы, которые и нам пишут некоторые кишиневцы. И, наверное, выйдем с заключениями, потому что мы сделаем анализ по тому, как работают наши муниципальные советники за всю промежуточность мандата. И, конечно, были вопросы в первую очередь к муниципальным советникам, которые занимают посты в комиссии по земельных вопросам. Потому что эти решения обычно самые громкие в Кишиневе. Конечно, в том числе. Я не говорю, что все они неправильные, мы не можем так утверждать. У нас все-таки мы надеемся, что есть судебные инстанции. В случае, если решение, вот, кстати, вот в судебную инстанцию собрался обращаться генеральный премьер Ион Чебан. Опять по этому же самому вопросу, чтобы опротестовать решение муниципального совета. Это вдвойне интересно, учитывая, что только две фракции муниципальные поддержали. Но я хочу вас прокомментировать все-таки одно видео. Дайте мне, пожалуйста, второе, да, с брифинга. Потому что я его пересмотрела несколько раз, и у меня просто возникли вопросы. Domnul Dinu Plângău a avut o reacție și eu respect ca să fie foarte clar și dovada acestui lucru este activitatea mea de președinte al platformei Demnitate și Adevăr pe parcursul mai bine de 6 ani de zile. Respect opinia tuturor membrilor platformei DA, indiferent de numele lui. De-a lungul timpului am avut opinii separate, critici venite din partea și altor colegi de-ai noștri. N-am să le dau numele pentru că nu este cazul. Sunt un om tolerant, sunt un om îngăduitor, înțelegător. Cred că s-a grăbit Dinu puțin, dar pun asta pe seama lipsei de experiență. Știți câte greșeli am făcut eu de-a lungul timpului până... Am făcut și eu greșeli, să nu credeți. Sunt și eu tânăr, dar poate mai puțin tânăr decât Dinu și am făcut și eu. M-am grăbit, cred că s-a grăbit cu concluziile, cu asta. Smilgău, vă molode și vă poterăpilis? Я молод, но думаю, что не поторопился. В том числе мое мнение поддержало и политическое бюро. Так что все эти вопросы мы должны обсудить не на эмоциях. Нужно все проанализировать, всю активность, если потребуется, и мою, как возглавляющие обязанности председателя партии, но и в том числе и муниципальным советникам.
Потому что, насколько я понимаю, я просмотрела сегодня и те заявления, которые были сделаны на странице партии, и посмотрела, зашла к Алене Мандате, у Андрея Анастасии. Они все-таки придерживаются, продолжают, да, фракция муниципальная придерживается вот этой позиции, что мы выполнили решение суда, и мы поступили правильно. Вы мне сейчас говорите, что политическое бюро партии поддерживает ваше заявление, да, и вашу позицию. То есть, что это было политически неправильное решение. Политически она принесла партии, конечно, очень много критики. Это мы не можем То есть, господин, а кто входит сейчас в состав бюро? Ну, есть много. Я так понимаю, что это почти, много известных почти нам. Все бывшие депутаты платформы «Достоинство и правда», есть два муниципальных советника, есть и председатели с районов организаций. И если будет решение национального совета, то вы исключите этих людей из партии? Если, знаете, мы созвали не только политическое бюро, но и комиссию по этике партии. Эти две недели сделаем анализы по то, как работает муниципальный советник, по то, как работает, может быть, и я как лидер нынешней партии. И, конечно, сделаем собственные какие-то решения. Я настаиваю на своем мнении и дальше. И мы должны как-то что-то поменять, потому что, с моей точки зрения, мы можем сделать вещи лучше, и мы можем продемонстрировать, может, и с политической точки зрения, что у нас есть очень много компетентных людей, которые могут сделать и Кишинев, и другие населенные пункты лучше с разных точек зрения. Хорошо, будем ждать решения бюро политического, вы нам озвучите уже, какие будут приняты решения. Я сразу скажу, что я не кровожадный и не сторонник, сейчас будут комментарии, нет, я не требую никого исключать из партии, нет, просто наша работа, мы журналисты очень внимательно следим за тем, как из года в год в Кишиневе происходит отчуждение, отделение участков, схема нам знакомая, как подается в суд, суд принимает решение, муниципальный совет голосует, мы это наблюдаем минимум лет 15, если не больше. Поэтому мы не говорим, что эту схему разработали советники платформы «Да», но, к сожалению, эта схема существует уже много лет. Как я не говорю, еще раз говорю, я не обвиняю в этом сейчас, что это сделали советники платформы «Да», потому что 15 лет назад точно они этого делать не могли. А мы давно-давно наблюдаем одну и ту же схему. Теперь тоже по Кишиневу, но другой вопрос. Сегодня появилась информация, точнее не сегодня, чуть раньше стали появляться голоса, в том, чтобы провести референдум в Кишиневе. Вы не обсуждали на партийном бюро еще такие предложения? Я даже не слышала. Референдум относительно судьбы республиканского стадиона. В частности, с такой инициативой сегодня выступили советники партии социалистов, муниципальные советники. Ранее это обсуждал гражданский конгресс. Вы поддерживаете передачу республиканского стадиона под посольство Соединенных Штатов Америки или считаете, что все-таки это неправильное решение? Ну, я не видел там документы. Для меня этот вопрос как-то в новинку услышан от вас. Я помню, это уже давно эта проблема по республиканскому стадиону, что там нужно сделать. У правительства Республики Молдова, кажется, были все рычаги для того, чтобы решить, что с республиканским стадионом нужно сделать дальше. С инфраструктурной точки зрения, я не знаю, если там можно что-то сделать, как было раньше, потому что это центр, это будут пробки, это еще что-то будет. Так что уже этот вопрос должен был решаться правительством. Кажется, стадион республиканский не является зоной мэрии, а участок правительства. Да, он находится на балансе правительства, поэтому... Хорошо, еще один момент. Переходим на вашу критику действий Министерства внутренних дел. Ну, я, по-моему, не вспомню сейчас оппозиционную политическую партию, которая бы не критиковала действия Министерства внутренних дел. Особенно активно это стало звучать после событий в клубе «Атика». Но вот отправили тогдашнего шефа Подарилова в отставку. Назначен новый руководитель полиции, да, инспекторат генерал полиции.
Каковы ожидания? Или вы считаете, что этого мало для того, чтобы изменить, выполнить ожидания от действий моей? Конечно, когда был назначен Подарилов шефом полиции, это было для меня лично неожиданностью, нехорошей неожиданностью, потому что мы знаем, кто такой Подарилов, и с его прошлых заслуг перед, так скажем, перед Отечеством. А потом уже начались и проблемы в Министерстве внутренних дел, в полиции, скандалы. Не только скандалы, но и банальная ложь от официальных представителей полиции, которые должны общаться с обществом. И, конечно, я не один раз требовал, чтобы Подарилова подал или в отставку, или его уволили из-за хаоса, из-за лжи банальной, из-за инкомпетентности и из-за проблем по неподкупности, потому что было то решение, судебное решение, которое оставило пятно, скажем так. Окей, сейчас новый руководитель. Мы, как вы думаете, получим другую, новую информацию о том, что же на самом деле происходило в клубе «Атика», почему туда полиция не входила так долго и кто там был? Или официальная информация для нас останется та же? Я думаю, официальной информации не будут. Конечно, есть разные слухи, домыслы, кто там был. Говорят, что там были прокуроры, судьи, в том числе большинство из них с ЧК. Конечно, полиция, с моей точки зрения, сделала очень грубую ошибку. Они 3 часа там сидели, не могли продокументировать, кто из гостей был. И мы знаем, почему она так сделала. Потому что там были очень высокопоставленные лица из юстиции Молдовы. Может быть, там были какие-то полицейские, которые не хотели исполнять приказы своих руководителей. А у нас такое возможно? Очень даже возможно. И поэтому потребовалось целых 3 часа, чтобы убедить всех сотрудников полиции, которые были там, что нужно исполнять приказы руководства, и что нужно закрыть глаза на Атику. Каковы наши шансы получить другую, более достоверную информацию, чем та, которая нам была представлена до сих пор? Ну, достоверную, мы говорим о официальной информации, потому что все, что в общественном мнении, это слухи, это домыслы и даже... Но в некоторых случаях инсайд получают. Или инсайд, но если мы говорим об официальной информации, я думаю, никогда. Если бы сменилось, например, в оппозицию управление полицией, то, конечно, были бы и анкеты Сервичу. До сих пор мы такое наблюдали. Вот у нас поменялась после 11 июля власть. Новое руководство министерства. Мы много увидели этих служебных расследований, о которых вы говорите, в адрес тех, которые когда-то управлял полицией. Ну, как я и говорил, в основном, к сожалению, если мы говорим о Министерстве внутренних дел, мы видели служебные расследования, которые не имели целью как-то наладить работу органов Министерства внутренних дел, а только чтобы поменять людей с руководства на своих приближенных. И я дал пример, когда критиковал Министерство внутренних дел. К сожалению, там были назначены люди не по 3 критериям – профессионализму, неподкупности и каких-то личных качествах, а там есть друзья, родственники тех, кто в первую очередь друзья, родственники Юрия Подарилова, бывшего главу МВД. Ну, некоторые телефонные переговоры должны нам были представлены. И вот я, готовясь к этой программе, посмотрела, что очень много критики со стороны платформы «Да», и особенно много в адрес Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, да, и юридической комиссии парламентской. То есть то, что они обещали, пытаются провести реформу юстиции. Почему вы критикуете так много? Вы считаете, что предлагаемые ими шаги не приведут к желаемому результату? Ну, смотрите, мы
не критикуем для того, что, для, только ради критики. Мы некоторое время потом, после того, как они пришли к власти, мы не критиковали. Мы начали критиковать, когда уже видели, что вещи не идут хорошо. Я лично критиковал так с первых дней многие назначения, в том числе в юстиции. Мне не было понятно, по каким заслугам были поставлены во главе юстиции Дурел Мустяца и Пламадиала. Оба, с моей точки зрения, не имеют моральных качеств для того, чтобы занимать эти посты. Если говорим про Дурела Мустяца, который был назначен судьей высшую судебную палату, то мы уже выходим за рамками просто обвинений в прессе или инвестигации прессы. Мы говорим уже о заключениях, в том числе официальных служб Республики Молдова, службы по безопасности, сервичной информации, mm-hmm. секуритати. Так что, с моей точки зрения, эти люди не должны были занимать, не должны были депутаты парламента проголосовать за них. Если говорим о других обстоятельствах, тоже было очень много скандалов, очень много непонятных ситуаций, что говорит, что у нынешнего правительства по многим вопросам нету элементарного плана действия наперед. Что они хотят? Непонятно. В большинстве случаев они как-то действуют как пожарники, чтобы потушить очаги воспламенения, которые происходят очень часто в Молдове. Ну понятно, они пришли с планом, они выиграли предвыборную кампанию, они назначили правительство, которое показало свой план действия, а потом случился газовый кризис, который нам переиграл, перекрутил все. Или не так? Ну, сколько у нас министров в стране? Не все же занимаются газовым кризисом, я так понимаю. Министр юстиции пускай занимается реформами в юстиции, министр МВД пускай занимается, чтобы полиция хорошо делала свою работу, боролась с преступностью, чтобы было ближе к людям и так далее. И по газовым вопросам у нас было очень много вопросов, потому что, если вы помните, мы как партия «Платформа достоинства и правда» вышли с пресс-конференции еще в августе прошлого года и говорили, что будут проблемы по этому вопросу, что правительство должно начать переговоры по вопросам газа или с российской стороной, или чтобы начало искать какие-то альтернативные... Более того, насколько я помню, вы предлагали брать его у Румынии. И мы сейчас предлагаем как альтернативу, если... А там цена ниже, чем у России? Нет, там цена дороже, но смотрите, сколько у нас проблем. Это речь идет в том числе про безопасность, энергетическую безопасность. Если мы уже сколько раз принимали ультиматумы со стороны «Газпрома», что через 2 дня отключим газ, если не сделаете свои обязательства по контракту. Мы говорим в первую очередь о нашей энергетической безопасности, и, конечно, мы должны искать альтернативы. И когда я говорил, что должно было правительство работать еще в августе прошлого года, в том числе с переговорами с Российской Федерацией, в том числе, чтобы найти альтернативные подходы, переговоры с румынской стороной, если какой-то кризис и не удастся нормально договориться с Российской Федерацией по поводу газа. 3 месяца мы видели какую-то пустую болтовню, что газ — это исключительно экономическая проблема, и должны общаться «Молдова-Газ» и «Газпром». 3 месяца мы это видели. Потом уже, когда в трубах не было газа, начало правительство шевелиться. То есть вице-премьера. И если мы говорим хронологично,
что там было, конечно, с нашей точки зрения. Переговоры по газовому вопросу были непрофессиональны и с точки зрения технического подхода, но и с точки зрения коммуникации с населением. Потому что пришел Спыну с России, говорил, что все, у нас все хорошо, а потом начали уже требования. Что, оказывается, он не очень доминировал, да? Доминировали, начали требования по... как-то по оплате долгов, но не с экономической точки зрения. Разве мы не должны были все-таки проверить экономические долги? Конечно, мы должны были сделать и аудит. К сожалению, не знаю, как там договорились наши представители с «Газпромом». Но в первую очередь, просто с юридической точки зрения и с зрения безопасности, государственной безопасности, мы не можем как государство платить долги экономической компании с госбюджета. Мы делаем очень опасные прецеденты, потому что всегда будут такие проблемы бывать, будут такие проблемы, и всегда будут требовать, чтобы брались деньги с госбюджета. А как необходимо было поступить? Ну, смотрите, есть долг, надо заплатить, иначе мы останемся в разгарзе, мы без газа. Как надо было поступить? В первую очередь, это очень хороший, но очень трудный вопрос, потому что мы не были на тех переговорах, мы не знаем, что там обсуждалось, мы не знаем, какие были политические требования со стороны Республики Молдова. Мы не знаем, что господин Спыну пообещал там, потому что мы видели разные заявления со стороны нашего правительства. Мы видели, что Спыну говорил одно, гаврилицы выходила, говорила совсем другое. Даже один раз сказала, что у Спыну не было мандата быть в Российской Федерации на переговорах. Подписывать дополнительные. С нашей точки зрения, молдавская сторона, у молдавской стороны были какие-то козыри, она ими не воспользовалась, она потеряла очень много времени, и сейчас уже мы должны думать, уже что было, то было, сейчас мы должны думать, как нашему населению не остаться без газа. Слава Богу, уже выходим из зимы, но это как оппортунитати, чтобы мы позаботились о том, чтобы диверсифицировать как-то потоки газа в нашей стране. Источники поступления, это понятно. И согласна, и не согласна, потому что вот вы говорите о том, что необходимо рассматривать политические точки зрения результаты голосования. Я сейчас вернусь к Кишиневу. Но один из элементов долга за газ, который сформировался у нас, это был в результате того, что термокомы своевременно не подняли тарифы на отопление в муниципалитете Кишинев, потому что принималось политическое решение, которое позволило накопить в том числе не всю сумму, боже упаси, но определенную часть денег, которые потом термокомы обанкротили, термоэлектрика стала принимать все на себя, в том числе и его долги приняла. И вот она ситуация, где мы должны голосовать политически, а где мы должны все-таки денежку считать, учитывая, все-таки у нас не так много этих денег-то. Ну, если подумать, что мы очень бедная страна, то мы должны каждый бань думать, где мы вложим его. Я сказал, у нас очень в ансамбле у нас не так уж много информации конкретной. Согласна. По этому вопросу. И мы как политики, конечно, мы можем только, что там было в России, какие-то политические вопросы, если обсуждались, были некоторые скандалы, мы видели, нам было даже непонятно позиция молдавского правительства, потому что вся информация, все сливы происходили в российской прессе. Официально, ТАСС. ТАСС, абсолютно. Сначала... Но для нас это был секрет и остается секрет. Вот это очень хороший момент. И поэтому и говорю, нам не была понятна молдавская позиция, почему с нашими гражданами не говорит наше правительство, а говорит ТАСС, официальная пресса Российской Федерации. Конечно, есть очень много вопросов. Конечно, правительство Молдовы, когда уже было
уже поняла, что Спину не продоминировал Миллера, начали искать какие-то юридические решения всем этим проблемам, которые были с контрактом по газу, в том числе и это решение, когда население Молдовы должно было платить ретроактив. Угу. Задним числом за защита. Хотя, конечно, это не хорошее решение, очень плохое для граждан. И в том числе было, с моей точки зрения, абсолютно не способно, даже если мы говорим о предсказании рисков по контракту. Mm-hmm. Любой контракт, любое решение, любой договор, особенно когда мы говорим о правительстве, о судьбах населения, ты должен предсказывать риски, которые могут быть. И тот пункт в контракте, о котором говорилось, что мы должны как-то задним числом платить счета, конечно, я не знаю, если наша сторона, которая представляла нас, хотя бы поставила на стол переговоров вопрос. Я спрашивала господина Чебана, он мне сказал нет. К сожалению. Одно из ваших еще предложений, которое вы активно продвигали, это предложение изменения кодекса выборов. 8 февраля вы опубликовали предложение, это, я понимаю, не ваша личная платформа, да, то есть вы их разрабатывали вместе. Почти все, у нас было много предложений, когда мы еще были депутатами парламента, угу. И был даже проект по альтернативному голосу, были очень много проектов по изменению избирательного кодекса, в том числе и закона о политических партиях. Мы видим, что в стране творится очень много проблем в стране, и если говорим и о коррупции, и о плохом менеджменте, да, это и от того, что политические партии очень часто коррумпированы. Вы эти предложения передали Центральной избирательной комиссии, может быть, комиссии парламентской профильной? Да, там почти все предложения есть в законопроектах, которые остались и не может быть, обновили еще раз, учитывая, что они взялись за кодекс о выборах. Я знаю, что ЦИК работает над новым электоральным кодексом. Я поддерживаю эту инициативу. Я не видел еще проект. Да. Не знаю, может, он есть где-то в парламенте, потому что не был опубликован. И когда поставят в первом чтении, конечно, мы еще раз повторим все наши предложения для того, чтобы был хороший электоральный кодекс. И напомним, что там в парламенте лежат уже готовые законопроекты, которые не были проголосованы, очень хорошие, их вся гражданское общество поддержало тогда, просто не хватило времени, чтобы она была проголосована. Андрей Настасьев, насколько я помню, был назначен, если можно сказать, главным переговорщиком от платформы, да? Вы кому-то из партии обратились с каким-то предложением встретиться, переговорах, что-то совместное обсудить? Ну, раз вы назначили главного переговорщика, наверное, была идея, зачем он нужен? Конечно, всегда не переговоры, может, как-то контакты или общение с другими политическими партиями. Это очень, очень хорошо, потому что ты можешь как-то сверить какие-то данные или обсуждать какие-то вопросы, не только политические, но вот, например, по какому-то законопроекту и так далее. Это хорошая инициатива. И что вы обсуждали с другими партиями? Как я знаю, у Андрея Настасьева были какие-то там встречи с представителями разных партий. Это хорошо, что есть. А с какими, если не секрет? Ну, знаете, это уже как-то тайная информация, да? Не то, что тайная, но если встретилась с представителями другой партии, нужно как-то обоюдное согласие. Обоюдное согласие, чтобы говорить об этом. А что вы хотя бы предлагаете, обсуждаете? Предложение, подкрепление. Вот все критикуют партию власти, да? Партию действия «Солидарность». Все ее критикуют. Когда вы встречаетесь с другими непарламентскими партиями, вы что обсуждаете? Предложения,
совместные заявления, что там должно происходить? Разные, в зависимости от того, что на повестке дня, в зависимости от того, что хотят политические партии. Могут быть даже встречи на тренировке куртуазии. Разные... И такие политиков сейчас бывают. Хорошо. Разные встречи бывают. Теперь такой вопрос. Заявления о протестах. Протесты проводят сейчас левые, да? Гражданский конгресс не исключает и другие партии подключения. А вы тоже готовы проводить протесты? Ну, мы когда есть, вот правительство, если берет какое-то решение плохое, вот, например, uh-huh. когда назначило тех двух судей, или вот сейчас скандал с Рыбницей, с металлургическим uh-huh. заводом, мы протестуем конкретно с фактами. Не делайте этого. Вот аргументы. Я говорю о других протестах, протестах на улице. Вы выходите на брифинги, делаете заявление, осуждаете, предлагаете. Это понятно. Смотрите, мое личное мнение, конечно, это не обсуждалось с партией. Когда в стране просто все горит, очень много проблем, и нужно думать... Потому что выбор не скоро. Нужно думать, как так, если можем вот прийти с хорошей идеей, смотрите, так нужно сделать, и если нас поддержит и гражданское общество, и услышит, и власть, давайте, делайте это, поднимите руку, и давайте пойдем дальше. И мы, как политическая партия, выиграем, потому что у нас будет хороший законопроект или хорошие идеи, которые будут... как-то в жизнь вотворяться. И, конечно, есть разные мнения в нашей партии. Многие очень, вы знаете, в стране ну, очень тяжело жилось. Ну, ваша-то точно выросла на протестах. То есть да, понятно, что у вас есть те, кто еще помнит, как росло движение, поэтому, может быть, они и не я против. Я понимаю, и понимаю очень, и мнение очень многих моих коллег, которые я очень сильно уважаю. В стране очень тяжелая ситуация. То есть вы считаете, что протесты сейчас неуместны? Я считаю, что в стране очень тяжелая ситуация. У многих людей нет денег, они живут плохо, и они хотят высказаться, и им должны дать возможность высказаться. Уже как они захотят, так и выскажутся. Главное, чтобы власть поняла, чтобы она не забаррикадировалась как-то в узком кругу и не замечала, что творится не только в Кишиневе, но и в очень многих селах, и чтобы поняла, что нужно уже приходить с конкретной повесткой дня правительственной, не только с... обещаниями, что мы сделаем, мы обещаем, что займемся, это только с обещанием. Мы уже, власть должна понять, что мы вышли давно из политической кампании. Выборы не скоро, нужно им работать. А мы будем говорить, как нужно сделать тогда, когда они делают это плохо. На примере вот с Рыбницей видели, и что было в Резине, и видели нашу очень позицию твердую и критику по этому вопросу. Мы первые вышли с обсуждения этого вопроса, потому что там просто, с моей точки зрения, министр экологии, она должна подать в отставку за свои действия, за... просто уже беспардонный лобби для экономического агента, который просто финансирует сепаратистский режим. Я видела заявление господина Слусаря о фермерах, о металлургическом заводе, о росте цен на топливо, заявление Инги Григорию, заявление Кирилла Моцпана о ветеранах Приднестровского конфликта. Я видел много заявлений у вас на странице. И очень мало по Кишиневу практически, но за исключением этого уника, до этого был бюджет, да, принятие муниципального бюджета, и до этого вообще была практически тишина. И вот тут мне пишут вопрос. Почему при такой активности по другим позициям, где критиковать можно власть, у вас на странице очень мало именно по ситуации в Кишиневе и муниципальном совете Кишинева? Или есть какие-то договоренности не критиковать?
Что не критиковать? То, что происходит в муниципальном совете? Ну, смотрите, большинство или в примарии, как работает? Партии «Платформа достоинства и правда», они 2 года были депутатами, у них есть экспертиза, они знают, как писать законопроекты, они, вот мы когда были парламентской партией, так у нас, у большинства лидеров были свои как-то домены. Области, да, области, за которые отвечал. Чтобы написать экспертизу или законопроекты, или какие-то стратегические направления. И, конечно, все занимаются, например, по своей, если я вот в партии занимаюсь там юридическими вопросами по юстиции, слусари там экономические, аграрии, есть ВОВ, которые занимаются социальными вопросами, и все, у всех... Кто отвечает за муниципальный? Есть Андрей Настасий, который председатель фракции. Есть, он мне сказал, что он уже не председатель фракции. Ну, не знаю, когда было это решение. Но, конечно, как бывший председатель партии, все равно он лидер, и он отвечает за активность наших муниципальных советников. Он отвечает? Как лидер, как бывший председатель партии. Просто у нас было очень много, мы наблюдали, неоднократно были споры, голосования по пузам в Кишиневе, по различным участкам. Вы не могли этого не видеть, господин Плунгео. Вы знаете, что Кишинев остается без нового генерального плана, и что происходило в муниципальном совете по обсуждению нового генерального плана. И тут у нас возникает очень много вопросов. Вопрос один мне пишет один из активистов Кишинева о том, что без муниципального совета, без голосов платформы «Да», социалисты и администрация премьеры де-факто не могут провести ни один земельный вопрос. Обсуждалась ли политика совместного голосования на бюро партии? Нет, никогда не обсуждалось такие вопросы. Я, знаете, может, реже, чем должен обращать внимание, но я видел там разные голоса. Я видел, и когда ПАС с социалистами голосовал, и там, знаете, я видел очень много голосов, когда ПАС вместе с социалистами голосовал. Если у ПАС более, может, хорошая команда по общению, чтобы они... коммуникация лучше, то, наверное, да. Но, знаете, я не думаю, что вопрос в том, можно ли или нельзя голосовать социалистами. Нельзя. Вопрос у нас в том, что иногда принимаются решения, которые, на наш взгляд, усложняют жизнь в Кишиневе. Усложняет и делает ее еще более сложной. И в отсутствии генерального плана развития города, в отсутствии градостроительного плана, нам сложно представить себе, как в какие-то точки будут вставлять 5-6 домов очередных высоток, да, или каких-то центров коммерческих, или еще что-то. Учитывая, что улицы, да, инфраструктура не подготовлена. И когда за это голосуют, мне все равно, кто за это голосует. Социалисты, коммунисты, платформа «Да», ПАС или ШОР. Но если они усложняют жизнь в общую в городе, то я не могу это поддерживать. Поэтому в этой связи возникают вопросы, в том числе связанные с коррупцией. Потому что мы же понимаем, что определенный пятачок, да, или определенный участок улицы Кишинева, сектор, он не подготовлен к такому количеству высотных домов. Но решение принимается. Что первое говорят наши люди, когда видят такое голосование? Подскажите мне, господин Плангел. Ну, знаете, любой вопрос должен обсуждаться вся правда челелат, потому что мы сделаем хаос и не сможем. А ваше личное мнение, есть у нас в муниципальном совете в примарии коррупция на сегодняшний день или нет? Я думаю, да, всегда говорится о большой коррупции и в мэрии, и в правительстве, и в парламенте. Коррупция везде есть, к сожалению, от низов до верхушки. Чтобы бороться с ними, мы не просто должны, вот если обратно к юстиции, мы не просто должны говорить с лозунгами, вот не голосуй то, не голосуй все. Мы должны консолидировать институции власти, чтобы они работали, чтобы там были, не знаю, морально и профессиональные люди, и неподкупные люди, и чтобы были какие-то примеры.
Всегда, сколько раз мы видели прокуратуру в Кишиневе, в мэрии Кишиневе и другие органы, к сожалению, и в правительстве, и с экс-депутатами. К сожалению, мы очень много раз видели, как спортивную рыбалку их ловили, арестовывали, потом отпускали. Это о чем говорит? Это говорит о... Есть такой термин на румынском «импунитати». Это самая, наша самая большая проблема в Молдове, с моей точки зрения. Мы не можем доказать. Как в анекдоте Хазанова. Знаем, кто украл, знаем, где деньги, как, когда, но ничего не можем. Ничего доказать не можем. Правительство Натальи Гаврилицы, на взгляд, платформа «Да» должно быть отправлено в отставку или оно должно остаться в том же виде, как он? Опять, если мы должны говорить о... разных министерствах в отдельности. То есть у вас нет претензий к правительству в целом, вы недовольны определенными министерствами? Зрения. Есть люди, которые стараются что-то, и есть хорошие проекты, нельзя говорить, что все плохо и ничего не получится. Есть и хорошие проекты, и по социальным вопросам вижу, что есть очень много инициатив хороших. Но есть министерства, которые, с моей точки зрения, должны уйти в отставку. И я немало раз говорил об этом, и это не просто политическое объявление, как-то скажем. Это даст позитивный импульс и правительству. Нельзя держать там людей просто потому, что они из ПАС, что они выиграли выборы, а ничего там с результатах не делают. С моей точки зрения, в первую очередь должна уйти министр внутренних дел. Это хаос, это бардак, мы видели уже, примеры общества уже видела. Это министр экологики. Экологии, да. Это министр СПНУ. Этих трое. Эти трое, ну, конечно, мы можем общаться. И если ПАС пригласит вас на переговоры по новому составу правительства, вы придете? Конечно, мы всегда можем общаться, но это должно быть от партии к партии. Это нельзя обсуждать такие вопросы. Там, а были попытки разговаривать с Пленгэу, со Слуцером или еще с кем-то отдельно со стороны ПАС? Вам известно об этом? Мне лично неизвестно. Конечно, я знаю, я общался с некоторыми депутатами, и с министром юстиции, и с многими людьми из правительства. И знаю, что мои коллеги общались, но по разным вопросам. Особенно, когда мы приходили с предложениями или с до тех пор, потому что очень почти всегда мы не выходим с критикой, а мы шлем правительству или депутатам наши подозрения или все эти инициативы, которые у нас есть. И если они не принимают, значит, у них с нашей точки зрения нету желание делать, и мы уже делаем это публично. Спасибо, господин Пленгэу. К сожалению, время наше в эфире закончилось, но я надеюсь, мы с вами еще встретимся в этой студии. И после съезда вы еще будете выдвигать свою кандидатуру на председателя? Все зависит от решения национального совета партии. Спасибо еще раз. С вами прощаюсь. С нашими телезрителями прощаюсь до четверга. Заготовила речуху, как обычно, и не буду ее сегодня читать. Сохраню ее до следующих эфиров. Все хорошо. Берегите себя и своих близких.